Ежегодно на февральской сессии Горсовета первым вопросом повестки значится итоговый отчет о результатах оперативно-служебной деятельности управления МВД по Абакану. Подробная и объективная картина, в которой чем больше минусов, тем лучше. По итогам работы за 2022 год в Абакане отмечено снижение общего числа зарегистрированных преступлений на минус 14,1%. Снизилось количество убийств с 9 до 6, изнасилований с 6 до 5, грабежей с 95 до 56, разбойных нападений с 8 до 3, угонов с 43 до 31, краж с 1710 до 1314. Больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Таких преступлений 520, или плюс 7,4%. В том числе 366 связанных со сбытом. Из незаконного оборота изъято более 32 килограммов, в прошлый год 21 килограмм наркотических средств. Еще один аспект этой проблемы – надписи граффити на фасадах домов и зданий. 240 выявлено только за прошедший год. 154 сотрудники полиции ликвидировали сами. 86 закрасили управляющие компании. К уголовной ответственности за пропаганду наркотиков привлечены 2 человека. Отмечается снижение преступлений, совершенных как в общественных местах на минус 15%, так и на улицах Республиканского центра на 14,2%. В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов на охрану общественного порядка привлекались представители местной городской общественной организации «Абаканская народная дружина», которыми оказано содействие сотрудникам полиции в пресечении 953 административных правонарушений. Общая же статистика предотвращенных проступков и преступлений превышает 6 тысяч. 216 зафиксированы видеокамерами, смонтированными в городских парках и скверах на улицах республиканской столицы. По 129 случаям возбуждены административные дела. По данным полиции, в Абакане в 2022 отмечен самый низкий показатель подростковой преступности за последние 7 лет – 20% минус. А вот там, где в докладе ОМВД пока еще стоят плюсы, нужно работать. Большое внимание уделить на два очень важных направления. Это количество нетрезвых водителей за рулем, количество пьяных на дорогах города не уменьшается, а повторников еще и увеличивается. Ну и второе направление, про которое мы говорили, это, конечно, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это бич нашего времени, и на это направление, конечно, нужно уделить очень пристальное внимание. Спасибо. Благодарю за работу. Работа действительно в течение года была проведена очень большая. И показатели по снижению преступности налицо. Со своей стороны начальник управления МВД по Абакану попросил депутатов и руководство города оказать содействие в организации дополнительных участковых пунктов полиции в новостройках в столице Хакасии, в частности на улице Авиаторов и в жилом районе Арбан.